Загрузились. Сегодня 30 июня, последний день летнего месяца первого. Дорога обещает быть долгой. Лёха, там как? Я живу еще. Лёха, до Оки осталось 11 минут. И там еще, да, часок поискать место. 10 минут. 10 минут. Плохое. Нету подхода к воде. Опять все мокрые. Хотя не жарко. Всего 18 градусов сейчас. А может быть даже уже и меньше. 15, а, у меня на часах 22. Ой, я в часах. Как бы там Лёлик не уснул. В общем, не ездите на Оку ни в пятницу, ни в четверг, ни в субботу. Мест нет. Все, закрыта Ока. Да, делать нечего. Раньше было хорошо, а сейчас вы все стали ездить. Фиг место найдешь. Сидите дома. О, Лёля не спит. Меня здесь не было, да? Нет. Ну чё? Ну чё, вот смотри, здесь расчистили. Нифига себе, да. Прикольно. Ну, наш пляжик маленький. Вон туда ходи. Отлично. Косу подкатила. Ну ладно, давайте, чё, ловите пиво. Тихо. Смотри, как, а? Огонь. Все хорошо, все доехало, пиво цело. Работать, товарищ. Отдыхать приехали. Опять муравьи работают, блин. А, хоть банкальчик есть. Да еще какой. Ну да. Ну все, распаковываем шатер, да, первым делом или как? Да, мне кухню сделайте. Я... Ну, сначала стол просто поставить, или сначала шатер? Нет, шатер. 3-4-3. Saki commercial, it always gives me fun. Every time I watch it, I rather never won. He does it sometimes, maybe awesome, got brown fish. Tried to wide as this, all paid his fish. Silly, ready, trick, trick up a key.
этим шатром замумукались. То там поставь, то тут поставь. Уже туда, сюда, туда, сюда. Лёх, свет включать? Да? Сказали свет включать? Чтоб пальцы целые были. Пропустите электрика. Такое ощущение, вот не моя палатка. А? Такое ощущение, вот не моя палатка. Отвык, что ли? Слушай, пока новый такой. Ну. Новый тебе купили. Ну ладно. Значит, у меня новый палатка. Значит, не новый. Да, все вижу. Не новый. Обознаточки, да? А? Обознаточки. Ох, красота. О, Лёлик свою поставил. Палатку почти. Сейчас нас тент накрыт. Давай, раскрывай свою. Сейчас будем соберем ее. Сейчас соберем. Ну что, я на стол накрываю? А, обязательно. Слушайте, ну давайте это, я картошку со шашлыком пожарю. Давай. Ну, чтобы не разводить. Давай, мангал, хорошо вообще, да. Картошка с огурчиком, да, вот, класс. Хорошо. А куда тебе, на стол поставить? Да. Можно отдыхать. А газ еще. Ну, правильно, я вам говорю, развернитесь и поверните сразу направо. До митинга доехать. Да. А мы же перед ним. Да, надо еще развернуть и повернуть. Ну, чтобы доехали. Дезинфекция? Да. Дезинфекция. От, от комаров и клещей. Надо еще. Ну, бошку брызнем. Лёх, иди, пока я добрый. Поворачивайся. Да хватит, наверное, да? Есть, да. Все, спасибо. Лёха, ты там палатку собрал нашу, нет? Нет, все. Не хочет Лёха палатку собирать, придется самому. Что за человек, а? О, Аркадий, лезгинку наиграй! Чем мы вас ждем? Мы очень вас влюбленные. Да. Влюбленные даже. Конечно. Да? Здравствуй, брат. Здорово. А где Маня? А Машка-то где? Да она решила не поехать. Че это? Она, главное, нас приглашала, 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 сама не поехала. Что за дела? Вся дорога, а чисто сейчас искали. Сейчас полтора часа, да? Мы здесь катались. Алексей Альбертович, у нас сегодня какой и напиток? Я так понимаю, это водочка. Покажи. Под названием «Дикий мед». Должна быть сладкая. Вот это да, вот это да, конечно. Что тут у нас? Я думал, литр. Что крепится? А там пойдут такие?
Огонь вообще. Это утром. Это из Сочи дегустация вина. Да? Это мы с Катей доработали. Я думаю, штуки лежат. Неплохо мы съездили на дегустацию. Ой, там их вот такая была вообще, вот такая, наверное, штука. Да? Да, я просто не всегда достала. Я думаю, ну, есть, топки, отлично. Ну, у нас не дегустация. О, нормально. Во, это по-русски. Русская не то. Аккуратно. Почему не то? О, сладко. Это уже потом. Рыбочка привезет. Привезет что. А, куда же без нее? Специально пришлось в глобус ехать за ней. Что, ну, хоть и конец июня, а не тепло. Да. Как-то уже спина подмерзает, да? Я кофту одень сходил. Давайте по одной бахнем. Да. Просто мы не выпили еще. Давайте за приезд. Давайте. Сборы были долгими. С возвращением на кофту. Хотя решение поехать было быстрым. Водка, сказали, хорошая. Дикий мед можно брать. Да, огурцы какие-то солились, как ты любишь. Не горькие от соли, как сюда я делаю. Вкусные, вообще хорошие. Вот нужно делать на килограмм огурцов ровно столовую ложку соли без горки. Запомните. Нормально. Значит, ту бутылку взял. Очень вкусная картошка. Лёх, мне половинку. Друзья мои, хочу выпить за этот прекрасный вечер, что мы опять собрались. Как всегда, мы любители первого дня. Сегодня 30 июня, кстати. Да. Завтра будет 1 июля. Мы собираемся, как всегда, самое первое. Состав иногда меняется. Новое поступление. Состав иногда меняется, ну... Хочу выпить, чтобы мы почаще собирались так. Хотя бы на еде. И Заку. 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 Да, да, сплочает людей. Лёх. Хотя огурцы никто не открывает кормишок. До завтра. Прощальных слов не говорим. Что говоришь? Вода теплая. А что выходишь? Ветер очень холодный. Но ветер очень холодный. Там дальше песок.
матрасик нас сегодня подкачал. То есть подкачивать его пришлось. Вот клеем. Жидкая латка всех спасет. Через 10 часов матрас как новый. Значит, губернаторская программа по копанию земли по каждому палаточному лагерю по холодильнику. В общем, рабочие стараются как могут. Инструмент выдан. Как всегда, армяне прорабы, а русские да. работают. Вообще что-то не то, по-моему. Вот теперь правильно приоритеты расставлены. Русский прораб, а армяшка пусть копает. Товарищ повар, дела идут? Покажите, что у вас в сковородке. Неизменное блюдо каждый год. Всем приятного аппетита! Да, главное, ее вы взяли купаться голой, а меня нет. Давай вот. Ать, доброе утро. Ну вы мужики сильные, конечно. Такой ям еще будет. Кать, ты в шоке? Как? Что, Лёх, готова? Да. Вот это да. Жрать будет нечего, женюсь. Друзья все пишут, как ты тут? А я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Yeah!
дровишек 7 потов сошло. Помощница моя помогала грузить. Везем полную машину дров. Сейчас муравьи нас разгрузят. Если они еще живы. Поможете нам? Конечно. Чего надо? Во. У нас Лёлик пропал. Надо пойти посмотреть, где Лёлик. Это Лёлик. Он спит. Умаялся отдыхать. Пацаны умаялись. Сгорели на работе. Не будем мешать. Раскладушечки. Полежать. Спрятал его. То обгорит пацан, то он будет страдать. Блин, надо воды добавить. Густовато или нет? Подлить? Да не надо мне подлить. Тест. Соли. Угу. Водки. Да не ухи. Нельзя подглядывать. Это секретное варево. Все понятно. Ждем. Говорят, этот джин невкусный. Попробуем. Отдыхать хорошо. Что, готовый продукт? Готова уха? Да, рыба уходит на сеанс дополнительной терапии. Вот, рыбу не поймали, а уха есть. А мой мезик. Ну вообще, слушай, какой этот... Я говорю, рыбу не поймали, а уха есть. И вот если бы я вот рыбак, вот если бы я не взяла рыбу, послушала... Он сказал с утра. Да, ладно, не ворчите, все, давай. Сказал, удочку носит, клёва нет. Мы тут выбрались на полянку погреться. Лёх проснулся, решил тут ухи поесть.
в одного. Холодненькой. Так. Только ухи он не ест вообще. Уху из стакана пьет. Мы съели, ему там осталось еще 3 тарелки. Пока не съест, не отпустим его. Пока не съест, не отпустит его. Лёх отпускает? Я ему машину покупаю. Вот это палатка рыбака. Спиннинг снаряженный. Ждет своего часа. У нас здесь барбекюшница и шашлыкница. Почему я не младший? Ну я что, хочу, чтобы за отдых? Шашлык. Давай, бахай. Да, возраст позволяет. Опять лёлик прилетит. Хватит, у нас сначала вечно в карте. Сейчас делами какими-то занимаетесь, давай, нагреетесь. Давай, все. Палатку пока поставите. Ура! Все, что на оке, остается на видео. Да. Холодрыга такая была. Че, Лёх, клюет? А у нас завтрак. Картошка с сосисками. Ну потом сравнивать будем. Что с чем такой пирог? Ой. Нет, вилки. Вот вилки. Привет!
Шляпа, шляпа. Не знаю. Как тебе мои ботиночки? Отличные. Осторожно, осторожно, не беги, не беги, все внизу. Осторожно. Хорошее место. Да то же самое. Нашла крестного? Сандалики четкие у нее. Ой, сандаль маловато. Нормальный на один годик. Такие все сидят, смотрят, а домашние такая купаться. Рыбаки сидят с этими, с удочками. Здравствуйте. Здравствуйте. Саня, пора зашевелил. Да ладно. Сожрали, наверное, да? Не знаю. Маш, вода теплая? Ее сейчас не вытащит. А что, ветер поменьше стал, что ли? Да. Или поутихнет? Знаешь, он дует, сейчас сокращает. А тебя куда течением понесло? В Серпухов поплыла. В Дракина. На Клаву Коку поплыла. Маша, так не надо делать! Сейчас все, ты вообще не возьми, никуда не пойдешь. Все. Что, воды попила? Нет. Крестные, пошли! Ух. Арбуз обалденный. Ака, выходи из котелка. Ака, выходи из котелка. Выглядит неплохо.
Да, я провинилась. Мох, что ли? Плохо. Как водиться? Ой, Саша, замечательно. Прямо я в восторге. Лук. Мне кажется, я его много положил, ну ладно. Ай. Горячо. Как же это аппетитно. Последний ингредиент. Рис промытый в семи водах. Да. Уже высохший. Еще один морячок пришел. На запах, да? На запах пришел. Закрываю? Да. Господи, благослови. Это все? Накупался? Что-то... Да вот сейчас тут не жарко уже. Говорит, что-то он сегодня клеит лодку собрал. Что-то. Да. Что он там клеит? Матрас у нас взрывает. А? Саш, ты хоть бы заглянул под крышечку-то. А что там, кипит? Да. Что скажешь? Не очень. Готовый продукт такой получился. Ну, держись, каналья. Констант, я держусь, ничего. Минуточку. Мы кушать идем? Сейчас я послушаю. Пойдем. Зачем вопрос? Да ты уже сказали, прям так же писали все забыли. Да, хорошо. Кому плова? Мне плова. Мне тарелки нет, не знаю, хорошо. Закрой в кастрюле. Накладывай, наливай. Квада. Катя, ты салат вымыла? Нет. Когда чувствуется, так и семелька нормально. Нормально сойдет. Ну, не знаю, ни панировки там, ни кофе, ну, ни просто круглые оладьи делают, все. Это у нее котлеты. Котлеты. Ну, это котлеты. Они могут быть разные. Хочешь такие? Хочешь вот такие? Я смотрю. Лёш, давай за мной. Чтобы сегодня отдыхаем нормально, найти компанию, как бы что-то, все. А я? Чтобы погода была нормальная, выглаживается тихонько. Вроде не так сегодня холодно, да? Ну, сегодня более-менее. Теплее. Отдыхаем, погода нормальная. Вообще первый год такой, по-моему, холодный. А год хороший. За нас! За Аку! Ура! На самом деле, да, первый год такой. Холодный-то? Да. Да, первый год. Вообще прям замерзли. Ну что, как плов, как окрошка? Офигенно. Крошку прям. Каша моя самая любимейшая каша. Катя, я же мечтала о ней из пятницы. Моя самая. Готовить начала. Да. Ну ладно, возле дома встал и все. Ну, да. Подожди. Ну, подъезда вышел такой, типа, я на оке, ничего не знаю. Смотри, здесь перед.
Так? Да. Ну еще? Такое сомнительное. Я, конечно, терплю, но вообще вкуснятина, за это согласна с тобой. Да. За хозяюшку? Да? Да. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что а так бы мы вообще бы не выжили на одном пиве. Гелик. Мы с Машей поцарапаны оба. Папка и дочь. Да. Я тебя покатаю на гелике. Кто, гелик? О! Какая? И может, не тыкву, не там болит. Сейчас покажу, сколько плава от обеда осталось. Во. Весь ушел. Всем очень понравился. Фига, они все взяли и пляж ушли. Стали по парам. Кто шагает дружно в ряд, это наш большой отряд. Кто шагает дружно в ногу, позови ко мне подмогу. Маш, ты куда вперед, пионер-вожат твой идешь? Ну-ка. Да, строй не нарушаем. Все, взяли на руки, идем за мной. Стоп. О, спасибо. Отряд! Шерешак! Не нарушаем! Этот, кого там? Шеренгу! Шеренгу! Мама, мне нужна пара. Отлично. Ать-два, ать-два, ать-два. Запирай! Ать-два! Идет солдат по городу. И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой. Октябрь. Ленин такой молодой и умный, октябрь впереди. Жена! А, все, там уже. Вы в ноте? Все, добрались до лагеря. Дело к вечеру. Делали колесо, я тоже хотел делать. А теперь я. Давай. Класс.
А к чему? Теперь можно я покажу? Ты попробуй, пустили? Да. Да, 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 вообще тут много на газу готовили. Пикачу. Гай. Гаймен. Бег с котелками. Маша, догоняй, догоняй. Не могу. Помыли? Мы помыли все. И ноги, и себя, и голову. Голову мою. Попасть водичку сейчас. Короче, да? Мы на берегу так ржали с ним. Мама, может, уже красная будет? Нет, все равно. А мне кажется, самое оно. Будить надо ему, тебе. Потому что я могу поучить. У меня и будут бить, потому что я крестница. А я буду отсюда. Я поддерживаю. Дань! Я пошел, двух табачек вообще нету, блин, таких. Три тут нашел уже, блин, табачки. Ну, давайте взять. Ой, офигеть, тут у нас лагерь. Вы вообще такие молодцы. Красавцы. Что читать не приехали, а? Да. Ну, да я бы когда просто зачем-то приехал. Природа. Да, еда на улице. О, граната. А как кипит в котелке? Это тефаль. А спички есть? Есть спички? Нет, спички нет. Ты что хотел? Поиграть. Это сделал? Не, ну мы поиграли, почему спички? Давай. А? Шашлык. Вот так шашлык жарим. Нафиг мангалы. Казаки? Только мясо синее, как кажется. Чистой воды. Помню, с левой стороны подпихнуты. Ты что, дурак, что ли? Человек инопланетянин, блин. Две бутылки стоят. Это минеральное. Минералка. Отдыхать хорошо. Нацки понюхал. У вас одинаковые шапки.
Вождь краснокожий и его помощник. Сейчас мы встанем. У этого урода. Я встаю. Маш, а Маш? Чистенько. А где следы Кинг-Конга? А я уничтожила их. Да, слышь, отсюда, блин. Кинг-Конг побежал. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем. Держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь, держи. Держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь, держи. Спасибо женщинам за приятный ужин. Дай бог не помрем. Я тут отпрыгнул. Смотрели самогон? Первогон, да, белорусский, вкусный. А еще сегодня я сгорела. Картошка вкусная получилась. Да. Кать, спасибо за картошку. Умеешь? Спасибо всем за картошку! Ура! Картошка обалденный! Обалденный! У тебя курил, поставил? Попробуй от внешнего к внутреннему вести. Да, Лёнь. На улице холодно, но такой костер разожгли, что даже все поближе не могут пододвинуться, потому что жарища такая от него. Я потихонечку вот джин пью. Такое вечерье тут. Это вообще не один. Нихуя. Медведь на столе у них. Ты видел там вот эту вот? Окей, ладно. Если все по одному спят, где все женщины спят? В машинах. Санёк пришел там с фонариком. Просто болел. Ночки светил. Вы еще живы? Сейчас дам немножко настроение и спать. Как говорилось ранее, отдыхать хорошо. А хорошо отдыхать еще лучше. Давай. Вот так сидим. Время 3 часа ночи. Кротаем время у костра. Тепло. Ака.
Доброе утро. Мы проснулись. С нами Маша. И Тишка. Мяу. Вставать не хочется. Так мне так было жарко на всех курсах. Папа сказал, не раздевайся. Если жарко. Потому что папа замерз прошлой ночью. Плов готов. Паша, иди кушай. Плов. Вчерашний. Вкусный. Очень.
Доброе утро. Доброе утро. Тайник у них там есть. Тайник есть? Угу. О. Вашего ребята, у меня кто тайник? Тайник у вас там, говорят. А что нашла? Не знаю. Доброе утро. 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 43 литра пива выпили. Да. Кто все пиво выпил? Кто выпил 43 литра? Олеся. Кто выпил? Кать. Кто пиво все выпил? 0,45. Какие-то 0,43 были, какие-то 0,45. Олеся. Где это, Олеся? Кто это? На шампанское есть, я сейчас на шампанское перейду. Честно говорю, попробуй. Чего? Чего попробовать-то? Настя говорила. А, Настя. Они вкусные, они не чувствуются даже. Собираемся домой, складываем вещи, поставили котелок, будем варить макароны с тушенкой сделаем. Да, что-то горячее сейчас. Не могу, горячо. Давай снимай. Не могу, горячо.
Че, сидит там? Да. Я тут сяду, не могу переживать. Да. Маша, ты кушать-то идешь? Да. Да. Ну, будет большая компания, возьмем два. Небольшая у нас. Лёха пил, почти допил, ему не понравилось. Вот, Кать. Да. Ну, всем приятного аппетита. Да. Выживших. Остались два выживших. Алкоголика? Нет, ты не пьёшь. Я пил, если не зовут. Четыре! О, ништяк! Хрен, да? Ура! Он не взорвется. Закончили отдых. Слушай, это как это? Коса! Я хочу позже. А куда ты? Это Тойота? Воронка. Такая маленькая. Ну так. Я хочу один. А где осколки? Серится туман над городом, и мы снова гуляем без повода. Но о том, что влюблен, и ни слова я, и в глазах беззаботная молодая. Серится туман над городом, и мы снова гуляем без повода. Но жалеем всегда только об одном. Этот день мы уже не вернем. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно виску. Очень быстро пройдет, и увидимся вновь за накрытым столом. Впереди еще много всего. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно виску. Очень быстро пройдет, и увидимся вновь за накрытым столом. Впереди еще много всего. Грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно виску, очень быстро пройдет. И увидимся вновь за накрытым столом. Алексей, я смотрю, у вас в руках микрофон, что вы можете нам сказать? Так я хотел взять интервью. Алексей, вы хорошо отдохнули? Хорошо, лучше всех.